Приветствую вас. Давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. Во-первых, хочется сказать сразу, что вы правы. Ваша дружба держится на сглаживании углов с вашей стороны, особенно если эта дружба уже давно имеет место быть. Ну, то есть, если вы дружите, например, с маленького возраста, то да, в таком случае вы правы, и, собственно, значит, дружба держится именно на этом. С другой стороны, если вы дружите не так давно, ну, то есть, для вас давно, но все-таки не так давно, например, года 2-3, может быть, 4 даже, вот, что это на самом деле еще не означает, что все держится именно только на том, значит, что вы сглаживаете углы. То есть, может быть, здесь ситуация как раз таки в том, что подруга ваша чувствует вас, чувствует, какая вы, и, может быть, ну, специально говорит вам так, чтобы вас раскрыть. Конечно, я понимаю, что это довольно маловероятно, но, тем не менее, кто знает, может быть, в этом и есть доля правды. Вот. Значит, второй момент, который я хотел бы сказать, это момент следующий. То, что вы замыкаетесь в себе, и то, что вы боитесь потерять ее дружбу, говорит, с одной стороны, о неуверенности в себе вашей, заниженной самооценки, о том, что вы ставите интересы, значит, других людей превыше своих, а это значит, что в семье у вас не уважали личные границы и, значит, практиковали власть, подавление, принуждение, может быть, и так далее. То есть это может быть их доброта, в принципе, как внешне. Но вот внешне это может быть доброта. Но при этом, при том, что именно внешне это доброта, все-таки по факту, это не доброта, а такое вот принуждение, потому что слово «нет» вам не знакомо. То есть сказать «нет» вы не можете. Вот. Это то, что касается данной ситуации. То есть здесь нужно повышать свою самооценку, и начинать нужно с родительских отношений с родителями ваших, то есть это именно они в вашей семье заложились основы такого позиционирования себя, основы такого отношения к себе. Именно в вашей семье вас приучили так к себе относиться и не очень уважать свои взгляды, свои интересы и так далее. Да? То есть тут нужно работать над тем, чтобы повышать свою собственную ценность в своих глазах, именно в своих глазах. Вот.
и ценить больше себя саму, уважать больше себя саму, значит, радовать больше себя саму, вот, ну и ориентироваться, соответственно, на свои интересы, то есть на то, что именно вам важно и ценно, а не на то, что интересно и ценно другим. То есть это повышение самооценки, да, и более яркое, более явное выражение своих интересов. То есть какие они. И как вот к ним относитесь. Вот. То есть, ну, вообще, это называется перестройка. Вот перестройка представлений о себе. Вот. То есть это работа по изменению представления о себе, о том, какая вы. Вот. И здесь нужно дойти именно до сути. Именно до сути. То есть суть, она в чем? Суть в том, какие установки ваши способствуют тому, что вы, например, боитесь потерять дружбу, или боитесь человеку сказать правду, или что-то еще. Чего вы боитесь? Что страшного? Ну вот, непосредственно ситуации для вас. Это вот такой момент. Дальше. Следующий момент заключается в личных границах. То есть личные границы — это то, где начинаетесь вы, где начинается моя территория, и где заканчивается территория моя территория, и начинается территория другого человека. То есть что позволительно по отношению, что позволительно по отношению ко мне, что позволительно по отношению к другому, и так далее. Вот. Вот это личные границы, где я, где ты. И вы не соответствуете ожиданиям другого человека. Вот в здоровых отношениях вы не соответствуете ожиданиям другого человека. Вы просто действуете так, как хочется вам. И все. Вот. Другой вопрос. Можете ли вы так? Вот, понимаете? Вот. Другой вопрос. Умеете ли вы так? Вот. Знаете, какая история? Потому что если вы не умеете так, то, соответственно, здесь есть негативная установка ваших родителей, которые, например, говорили, что ты должна соответствовать нашим ожиданиям, а иначе мы, ну, тебя не будем любить, например. Вот, ну, согласитесь, это достаточно сильно дезориентирует. Вот. По сути дела. Вот. Поэтому я полагаю, что личные границы обязательны. Обязательно то, что вам нужно разбираться. Тоже. Ну. В работу над собой. Далее. Что такое для вас дружба?
что она представляет из себя вообще для вас? Что это такое? Мне кажется, что это очень важный момент в контексте именно вашей позиции, потому что вам дружба нужна как чувство того, что вы не одна, например. То есть у вас, по факту, даже не дружба. У вас, по факту, даже не дружба как таковая, а у вас, по факту, я бы сказал, нуждаемость в человеке, то есть какие-то такие созависимые отношения, так как дружба – это больше партнерство. Если понимаете, о чем идет речь. Вот. Поэтому мне кажется, что данный аспект, данную ситуацию тоже нужно разбирать вот именно с такой позиции, с такого угла. Вот. Как и чего вы хотите от дружбы? То есть, если дружба, то что это значит для вас? Вот. Понимаете, да? Надеюсь. Вот. Ну, а что касается самооценки, то это... непринятие себя, то есть ощущение, что вы хуже, что вы недостойны, что вы не можете быть хорошим, что вы как бы сравниваете себя, себя с другими, сравниваете с другими людьми, вот. И, соответственно, сравнивая себя с другими людьми, вы всегда проигрываете. Тонкость здесь скорее в том, у кого вы научились этому. То есть, у кого вы научились сравнивать себя с другими. Было ли это... результатом комплекса или это все-таки от родителей пошло. То есть это такая довольно важная история для вас, чтобы обратить на нее самое пристальное внимание. Так вот, значит, непринятие себя, да? Здесь нужно составить список того, что вы не принимаете себе. Ну, просто вот, по какой причине вы не принимаете себе это? Из-за чего вы в себе не понимаете это? Что заставляет вас думать? Кто заставляет вас думать? Почему вы думаете, на чем вы основываетесь? Вот это, пожалуй, ключевой момент. На чем вы основываетесь, считая, что у вас не должно быть тех или иных качеств. Вот. Вот, в принципе, эти моменты. Да, то есть, составьте список качеств, которые вы себе не принимаете, и определите, почему. Действовать можно как с точки зрения когнитивной психологии, да, то есть познавательной, почему, зачем, для чего, или логотерапии.
Вот. Можно действовать так и с точки зрения чувств. То есть, все, что я чувствую, тут вот, ну, допустим, есть вспыльчивость. Такое качество, как вспыльчивость. Вот. Что я чувствую? Вот. Ну, я чувствую, что я не должна быть вспыльчивой. Хорошо. Ага, ну, соответственно, почему я чувствую, что не должна быть вспыльчивой? Ну, что, вот, откуда пошло это? Ну, например, там, допустим, меня ругали, если я там взрывался, например, или не нравился моим там, родителям, не нравилось, когда я взрывался, допустим. Вот. Ага. Соответственно, если родителям не приветствовали то, что вы взрывались, то они подавляли вас. Они закрывали глаза на проблему. Ну, в целом. То есть, в целом, проблема какая-то была между вами. Ну, у вас, точнее, даже. Но они мне закрывали глаза на эту проблему. И вы таким образом подавляли в себе эти чувства. Вот. И инстинктивно, интуитивно теперь вы думаете, что вспыльчивость – это плохо. Вот. На самом деле вспыльчивость – это неплохо. Вот. Да, вспыльчивость может вредить, конечно, иногда. Вот. Но вспыльчивость – это неплохо. И да, вспыльчивость стоит защитная реакция. Вот. А защитная реакция, ну, именно вашего организма. То есть того, чего хотите именно вы. И не вспыливая, вы повышаете вероятность того, что вы можете, например, заболеть. Вы можете там, ну, сделать что-то не очень хорошее для себя и так далее. Вот. То есть это момент вот такой. Это момент вот такого типа. Но только важный момент. На самом деле. Вот. Поэтому. А я думаю, что природу этого момента тоже нужно определить. Обязательно. То есть как и почему и что вы в себе подавляете. И по какой причине. Вот. Соответственно, нужно искать эпизоды, когда вы себе подавляли эти чувства, ну, свои, вот, искать, когда вы приняли такое решение, вот, подавлять их. И, соответственно, изменить свое решение. То есть именно изменить его. Именно сделать его другим. То есть, как бы сказать, нет. Тем, что вас подавляет, нет, я буду, например, ну, выражать свои чувства, да. Я буду их выражать так, как я хочу. Например. Ну, например. Вот. И все. Это, собственно, и является тем, что можно назвать ключевой момент для вас. Изменение своего решения. Изменение своей позиции
Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, со своей подругой вы можете, вот как результат работы над собой, со своей подругой вы можете попробовать вот что-то ей немножечко сказать, да, ну, такого, что ее удивит, такого, чего она не ждет от вас, и посмотреть на ее реакцию, как она будет реагировать, и будет ли вообще реагировать. Ну, может быть, она одобрит, может быть, она будет довольна тем, что вы сказали ей нет, и так далее. Вот. Ага. Конечно, отдельным пунктом, я думаю, что нужно отметить, чтобы вы, например, определились, что вас обижает. То есть вот вы говорите, что подруга может сказать что-то обидное. Вот что именно обижает вас? То есть нужно понять, что с одной стороны, подруга, она ваши личные границы нарушает, да, с одной стороны. Но с другой стороны, то, что вы обиделись, вот именно вы, это ваша реакция, это ваша, ну, проблема, может быть, это ваша особенность. И ответственность за это несете вы, не подруга, вы. Вы несете ответственность за то, что так отреагировали. Вот. Поэтому, чтобы не обижаться на подругу, вам нужно взять на себя ответственность за то, что происходит, ну, за то, что вы чувствуете. Ну, к подруге, по отношению к тому, что она говорит. Вот. Чтобы не обижаться. А, соответственно, до подруги донести, что, ну, для вас как бы неприемлемо то, что она делает. То, что она, то, как она себя ведет с вами. Вот. Соответственно, я думаю, что если немножечко вы на этом сделаете акцент, немножечко сделаете на этом, заострите на этом внимание, то вы сможете увидеть, как подруга отреагирует. То есть просто, ну, хотя бы чуть-чуть, да? Вот. То есть, чуть-чуть говорить нет, немножко говорить нет. Немножко говорить нет. Иногда говорить нет. Это не вызовет сразу у подруги какого-то негатива к вам. Ну, прямо такого, знаете, серьезного негатива. Вот. Серьезного негатива не будет. Но вы сможете увидеть, как она воспринимает вас. Вот. Ну и, конечно, я рекомендую вам, в общем, становиться более самодостаточным, ценностным в себе человеком. То есть, что это значит? Да, ценность в себе. Это значит, чтобы вы относились к себе с уважением, чтобы вы не позволяли вас принижать.
Да, то есть, ну, позволяли относиться к себе пренебрежительно. Не потому, что вы обижаетесь, да, а именно потому, что, ну, именно потому, что так нельзя с вами. Вот. Мне кажется, что это ключевой момент для вас. Для вас это ключевой момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.